Танкам сейчас метки дам. Нет, танки. Он подавал на основной джанки. Второй. Ну тут одно и то же делаете, так что плевать. Пока тишина. Ликан, он, короче, хочет, чтобы ты спекнулся в протопаладина, дал ему протобаф и спекнулся назад в ретрика. Баф останется. Разве эти 3% урона не дают хилы? Там шаман, по-моему, дает, когда он его прокает. Там выносливость дается. Вынос этот берется с каски. То есть, если сказки. Ты каски. Они не стакаются с каски. А, да? Ну тогда ладно. Я-то думал, он там стакается. Давайте, ой, Степанида, ты каски бафаешь. Ясенпал, ты кулаки. Шаман Анзай поставишь, тотем на МП5. Все, авар, кричи на хп всегда. Почему у меня каска на 8%? Ну, сейчас перебафают, ничего страшного. Не нужно кидать эту каску на 8%. Кушаем рыбку. Так. Все, 25. Объясняю, что делать надо, даже если вы знаете, послушайте на всякий случай, чтобы никто не затупил. Что у меня рука? А, все, понятно. А, выходит первый босс. Никто из миликов к нему не бежит. Его тащат в центр. Если милики будете бить, есть шанс, что он под себя кинет лужу, и мы потом будем бегать с бубном танцы устраивать. Вот. Ждете в РДД, его завели в центр, я сказал, можно бить, залетели, забили его. РДДшники распределились по кругу, стоят, его дамажат. Огонь, чтобы залетал в одного, а не в двоих, сразу разойдитесь немножко друг от друга. Когда будут снобль на кого-то кидаться, несем под жопу босса, так, чтобы можно было бить снобль, да и кливался босс. Если вы РДД или милик, неважно, если на танка падает, то все в него свитчатся приоритетно, прям очень быстро забиваем. Вот, убили первого босса, ничего сложного. Вышли черви. Червей у нас подаван держит огненную, джанки держит кислотную. Тут ничего особенного для танков нету, все как обычно. Хилы буду предупреждать примерно, когда влетает яд, нужно будет прохиливать его. Рендж тоже нужно держать на этом боссе, небольшой, хотя бы 5-8 метров минимум, чтобы сразу всех яд не закинуло. Если на вас кинулся яд, не нужно сразу ломиться к танку к огненному. Спокойненько двигайтесь, на моменталках перебегаете и все. Потом они закопаются, танк сам пробежится и вас разморозит. Вот. Убиваем кислотно, бьем огненную. Под огненные брызги, я буду говорить, нужно разбежаться. То есть примерно, потому что там тайминги у босса, я так понимаю, от урона зависят, поэтому не могу точно сказать плюс-минус 5 секунд. Если я говорю разбежались, значит все отбегают, РДДшники подальше, чтобы миликам было куда выйти. Все разбежались, ждут, когда наплюнет. Когда наплюнула, тот, у кого огненный дебаф, он отбегает куда-нибудь. Если милик, лучше просто выбеги. С РДД найди себе позицию, которую ты можешь дамажить и других не бить. Если вы там паладин маг, можете сбросить глыбой, что кислотный, что огненный дебаф. Ничего менять не будем по группам, уже все распределили. Пишите в общий чат, если вам нужно local man ставить группу не. Убили червей. Есть шанс, что выйдет третий босс, еще пока живы черви. Если выходит третий босс, то его джанки хватаешь и уводишь там, где не будет луж. Но приоритетно на сторону орды. На альянс ли уведешь, если лужи под ордой будет, ничего страшного. Вот. Добиваем быстро червя, чтобы он не закопался, когда уже жив третий босс. Если он закопается, значит, нам не хватает урона, будем кикать людей самых слабых. Вот, убили червя, объем рева. Перебегаем все на одну сторону, я скажу, на какую, чтобы отлетать в один полукруг, чтобы никого не задело. Если кто-то сомневается в себе, убирайте тотем, убирайте пэтов, если вы не успеваете. Хантов нету, вам никто не поможет, поэтому сами бегаете, все без проблем убегается, без всяких бурстов. Я буду говорить, на кого бежит, показывать на миникарте, нужно будет просто разбежаться. Один удар, может быть, еще там продержим по ДПСу, два удара, все, не успеем убить просто босса по урону. Все, ничего сложного. Всего какие-то вопросы есть, или бафов не хватает, ДК идти нет. Чего не хватает, ДК? Я могу совет небольшой дать для милишников. Это касается ДК и РОХ. Когда мы будем бить вторую змею, рыгающую, когда она одна останется, когда она начинает выбирать цель для каста, если вы увидите, что у цели нету маны, то это милишник с вероятностью 90%. Вы жмете либо плащ теней, либо зеленку. И тогда, даже если она плюнет в милизону, у вас будет невосприимчивость к этому дебафу. Ну, мы вы можете не разбегать. Ну, разбегаться в любом случае будем. Потому что я не могу знать, полетит она в ДК или в Вара. Вара не заивейдит, он будет в кучу, в него плюнет и всем хлебало отравит.
А он выйдет, он нанесет 5000 урона. Но вар выбегает, пусть... Это очень много урона. Тут практически ваншотит моментально с одного стака. Ну, я, допустим, если я не отбегу и не получу... Ну, типа, если все будут отбегать... Если вар, допустим, отбегает, там, кот отбегает, то тот, кто уверен, что он за 2 секунды сможет нажать кнопку, которая дает невосприимчивость, зачем ему отбегать и тратить... Ну, лучше разбежаться, то ты можешь, как у нас, такие, ну, что я буду, я это сейчас тучку прожму, потом в коте побегаю там или еще что-нибудь, и в итоге оно вырезается. Я буду отбегать, но я уверен, что просто я прожму. Я запустил. Просто все ошибаются, и тут ошибка стоит того, что умрут все милики. Отбежать. Из центра уйдите. Уходите с центра, туда поведут танки босса. Ждите в РДД зоне. Тут на первом боссе, не важно, нанесете вы на 20 тысяч урона больше или меньше, тут хватает всегда времени. Так, фласки бахать, я забыл даже, блядь, сказать. Не бахну. А, я с почты, ебать, фласку не забрал. Вот уебок. Шмотки не роли. Все же, тащим босса в центр. Тащим. Все, милики, залетайте. Снобаль сейчас полетим, готовимся. Снобаль на танке, все в него фокусом сыграли, метку поставил на снобаль. Очень быстро нужно его убить. Быстрее бьем. Забирай. Снобаль сейчас полетим, готовимся. В РДД снобаль, подведи шаман на тебя. Сыграли снобаль. Поставил метку. Снова до слабо бьем. Жмите. Снобаль снова сейчас полетит. В мили-зоне снобаль сыграли. Он на танке. Все фокусом мы играем. Сейчас видно, что все бьют. Быстро отлетают. Новый снобальт сейчас полетит. Снобальт в РДД на ШП. Угу. Сыграли снобальт. Под жопу босса подведи. Отлично. Ведь снобальт, чтобы босса без снобальта перевели. Все, отлично. Добиваем босса. Пытаемся к червям. Всем раньше нужно будет набрать РДД на червях. Все, отпили. Ликан, дай бог попал по давану. Обдотайте огненную, чтобы больше урона вышло. Пока кислотная вылазит, нужно обдотать. Бог себе. Кислотную поехали. Геру. Все заливаем. Сейчас полетят плевки, готовимся. Даван, когда будут огненные брызги, нажмешь избаунд. Прохиливайте плевки. В мелизоне, если что, нужно будет забежать в мелизону, разморозить. Давайте. Не успеем до закопки, но мало очень оставим. Все, отлично, сейчас добьем. Вон, на ворот лазит. Ждем, милики стоим. Сейчас вылезет. Добиваем. От лица сами убегайте, не ждите, когда вот идут на пулы, скидывайте роги. Добиваем. Я скажу, когда брызги будут, нужно быть. А, брызги, Анзай, на тебе отбеги. Ебать, что он быстро плюнул. Анзай, на тебе брызги. Все, дамажим, отлично.
Ну ничего страшного, если ты замороженный стоишь. Дурево разморозишься. А, наберите раньше между друг другом, скоро брызги должен полететь. Все, плюнул брызги. Топ маг, можешь глыбу нажать. Второй маг тоже глыбу. Ага, красавчики. Все, бьем дальше. Сейчас она пассивная, ой, активная, сейчас под ней лужи. И блюет она, так что от лица уходим. Сбоку ТДшники бейте, чтобы сразу в лужи не наступить. Джамки посматривают за воротами, босс вылезет. Не скоро, секунд 15. Прохилите танк. Отлично, хорошо, ДПС хватает. Главное, чтобы сейчас никто не тупил на реве, все отбегали. Прохилите танк, поднимайте. Если маны не хватает, кричите. Рев вышел, джанки. Все, поехали в реву. Все на сторону альянса. Давай, натащи на альянс. Тут лужа, сейчас в нее отлетим. Джанки, джанки, тащи к альянсу потихонечку. Сейчас нужно будет ликан прожимать, когда будет дышать. Что ты забинил? Нажимай. Ликан. Блять, ну хуёво, чё. Смотрим внимательно. Ревен Дарт от тебя бежит. Где-то вот сюда. Убегаем все. Хорошо, молодцы. Поехали. Чё у ликан не так? Любой паладин жмакайте, если у вас есть талант. Прожимаете все припоты, все, что есть. Максимум урон нужно сейчас носить. Ликан, если там ты, возможно, не пол, тебе нужно этот макрос. Таргет, таргет, возьми босса. Отлично. Смотри, ты в таргет босса берешь и только через таргет босса даешь фридом. Сейчас прыгнет, смотрим внимательно. Хамда. Показываю на карте. Бежали. Анзай еле успел. Ликан, готовься, скоро дышать будет. Нажми. Красава. Сейчас босс в центр прыгнет, смотрим внимательно. Шепард в тебя бежит. Сюда. Разбегайтесь все. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну чё так медленно? Кто там? Какой-то паладин я видел. Скажет мне, кто это был? Я не увидел. Да, минус 10 кролон. Ну, ликан. Роляешь, минус 10 кролон, это босс. Нажми, ликан, 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 ликан. Не тупим, отбегаем. Один раз еще не критично. Джанки на тебя бежит, на карте показываю. Ну, в это уебался, что за хуйня? Версерк 40 секунд еще показывает. Мы в любом случае успеваем, но это хуево. Такие трое. Баблы готовь. Да, готовьте. Баблы нажимайте, паладина. Не нажмакайте. Добиваем, добиваем, давайте. Давайте с двумя нахуй ударами добили, блять, охуеть. Ебать! Да, жесть, конечно, жесть. Трофей. Нужен кому-то трофей, Вангарда? Вставайте, ребят, вы не заходите. Ну-ка, у кого там абсорб есть, посмотрите. Как я на ДЦ шел, нормально, нет? Сейчас покажу. Ну, на втором месте-то, после Степанида. Я био на две минутки быстро. Все порвали сферу, кто забыл, нажмите.
ДПС, в принципе, нормально. Поясок сочный. У кого есть портняга, рольте. Буду смотреть по плащу. Поезд тканевый, ролим. Что там, меткость можно и порубить. Сука, ебать, человек. Где там? А, все понял, я на последнем месте. А, даже так же, как ты меня переролил. Да ладно, че. Танки грудак нужен? Мне надо. Ну кидай ролосы нужен. Ну, не судьба. Увы, подала. Роги, коты, роли. Вау, Раскумар разошелся. Айти не хотел. Я надеюсь, не надо будет этот волну идти спекаться. Не, я не понял про что-то. Еще раз что? Ну, толкать вулкан. Не, не надо толкать. Есть волна, тайфун. Да не, не надо. Не надо, все хорошо. Сейчас будет Джераксус. Нужно сейчас всем рейндж набрать, то есть стоять в полукруге, может быть, даже чуть дальше. Филы тоже внимательно смотрите, чтобы все в куче не стояли. Косты Джераксусу давайте сам побьешь под аван. Да, будет собирать мобов, подводить под босса. Тут в одного бьется, но лучше в два побьем. Сводишь мобов под босса, мы всех мобов заливаем, и телок, и големов. Приоритетная цель, естественно, ворота и вулканы. Появляются ворота, сразу в них играем. Появляются вулканы, сразу в них играем. Геру оставляем на големов, на вулкан. И, естественно, айсбаунд каждый раз прожимаем на големов. По хилкам, шпшники я тоже буду говорить под големов. Нужно будет нажимать хилки, чтобы помогать хилам. По меткам, кого прохиливать и огонь, постараюсь говорить, но тоже внимательно смотрите. Рога, паладины, маги могут снимать себе метки. Разносите их нормально, не тупите. И другим хуже не делать, особенно медики, иначе придется босса двигать. Так, у нас никто вроде не умирал. А что-то умирал, Марк? Ну, пробафать им. Рыбы ставить. Да, кстати, рыбы сейчас. Есть, могу поставить джипсом. Никто, говорит, не умирал, полрида упала. Да там осталось 4 или 5 человек. Там же, да, я куплю, там же, блядь, дохуя умерла, я забыл. Починитесь сразу все у Дживса на будущее. О, парни, Редар, по-моему, полная хуйня для анхолика, спасибо. Да нет, для всех норм. Такое... Что, сорвите кожу, блядь, или сесть с четырьмя профами? Ничего не понял, неважно. Кожу с этого петуха с белого снимите. Поднять надо на плечах кого-то, подсадите. Куда стою. Не судьба. Батя очень мешаться еще будет, наверное. Раньше наберите, не стойте в упор друг другу, чтобы если огонь у вас летал, вы спокойно могли унести, никого не задамажьте. Големов, если у вас есть станы, големов заливаем произвольно, кто видит, какого ближайшего, что вы заливаем. Если есть станы, выкидывайте в големов, не ждите ничего. То есть, а лучше в карту выкидывать. Маги, дайте кто-нибудь МК по локу. Че вы такие жадные? Да, кстати, вот. Дайте Локи, Локал Кате кидай СС, а Делус кидай СС, давай Раскумару. Кто кулаки раздает, можете, пожалуйста, вместо кулака 10-минутную МП-5-ку дать? Вар, не забывай на КП качать, очень помогает предвестить. Спасибо. Двойная озвучка. На СПД есть? Давайте до кого-то доебаться. Есть флотка на СПД? Джорман опять. Вот. Да, да, блядь, опять я, опять. Я вот прыгаю, кто у кого где есть. Я, блядь, купил, а с почты не забрал. Я могу большой ящик поставить. Да поздно. Ладно, хуй. Забыл, блядь. Я алкашную выполнил, это все хуёво. И никто мне не дал флаг. Ну сейчас после босса я тебе поставлю почтовый ящик. Почтовый, ставь. Сейчас я его найду.
поздно уже, все, поехали. Сказал бы сразу. Я затупил. Стаки пуржим все вместе. Все, кто может. И шамана. Эти присты. Все пуржат штаки, стаки ненужных стаков. И маги. Ну, маги воруют, естественно. Появилась портал, заливаем его. Поставил метку. Прохиль кизи. Сейчас огонь полетит кого-то наконец. Быстрее, быстрее. Огонь, с Степанида, можешь бабу нажать. Телок заливаем. Телок нужно заливать, иначе они костым хилам будут лезть. Там одна телка бухилит. Одна телка бегает, забери ее. Ракому кафо прохильте. Джанки, забери телку из рейда. Джанки, у тебя задача несложная. Ее даже никто не бьет. Та не ту, которую ты отводишь, ее эту держи под боссом, там еще одна вышла. Джанки, не купим. Забиваем вторую. Анзай, на тебе огонь. Очень медленно забиваем. Кто-то не свечится. Потом буду смотреть по урону по мобам. Буду доебываться. Проходит, прохильте в этом ДК. Все сыграли вулкан. Геру давайте. Вулкан, вулкан метку поставил. Присты я буду говорить, кому прожимать. Не забудь ДК нажать из бамбы. Нажми. Мрось, нажми хил. Убиваем Галина. Быстрее, быстрее, быстрее. Жень, Бэрю? Да, кинь Бэрю. Добиваем финала, футбосс. Все, поехали. Бафа, накиньте. Прохильте Ханда. Сову. Стаки, 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 стаки. Сова, дай БР Шепарду. Огонь Ханда на тебе. Ну вот, добегаешь, дашь БР. Скоро будет портал. Готовимся. Портал сыграли. Дай БР, сова. Анзай, прохит, Анзай. Портал, быстрее, быстрее. Паладины есть там, дайте. Отлично. Сова, дай БР. Играем, телку поставил, нет. По роге, который упал, дай БР. Огонь, Бугага, нажми глыбу. Блять, ладно. Раскумар есть. Раскумар, да, кинь БР. Из них сейчас резай. Джанки, резаешь, Деуса, Деуса резай. На мини-карте можно тыкнуть, Дион? Где-то вот тут вроде как. Нашел Деус, давай нам твою спадать. Вот дела, другая сова. Не тупим. Пламя Бугага на тебе. Скоро будет это брать. Да и труп, который лежит. Если есть. Рогу. Раскумар. Поехали, вулкан. Все вулкан играют. Ты готовьтесь. Войд, нажми гим. Оставшийся гимн Силсон нажми. Вы прожимаете защитные способности, у кого есть там кожа, панцирь и так далее. Заливаем быстрее голема. Быстрее, 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 быстрее. Еще один живой. Огонь полетел, раскумар на тебе огонь. Все, у босса. А, еще голем живой. Потяни его, Жанки, к себе. А, он сам догорит. Осторожно, с огнем там поразливали, если что. Тогда не отбегаем. Два человека умерших, ничего страшного. Зая прохитит. Еще портал нужно будет убить, я думаю, до следующего вулкана не доживет. Им на ману скидываю. Джанки, на тебе огонь. Отбери куда-нибудь. Портал сыграли. Все в портал бьют. Сейчас убиваем портал, и все бьют только Джераксуса. Телок кливаем. Не бьем телок. Все, все в Джаракса. Нужно для следующего вулкана убить его. Ну, у нас больше сейвов нет на следующий вулкан. Дай гимн, мрось, на ману. Я уже давал, если... А есть у кого-то гимн? Прожмите, чтобы я пристыл вообще, в принципе. Если хп, то первый.
Аминоману. Давайте, давайте, поднажмите. Выйдет вулкан, будем прохиливать и добивать Джараксуса. Джанки прохилить. Быстрее, скоро будет вулкан уже. Очень медленно бьем. Хилы потеть. Пламя раскумало, да? Прожимки нет, давайте. Нажмите прожимки все. Да, вулкан играем. Вот это еще. Вулкан играем, вулкан. Не успеваем. В любом случае не успеем. Прожмите защитные способности, у кого есть. Хилки массовые друли нажмите. Очень много оставил босс. Играйте в Инфернал. Беги, малышка, беги! Беги. Инферналов добьете, потом можно пробовать босса добить. Инферналов только играть, там он полумертвый бегает. Добивайте, вон еще один. Если ДК можете притягивать, притягивайте. Они иначе сейчас добьют оставшуюся пачку. Там стаки. Все. Да. Ну падайте. Нужно по боку. Стаки, стаки не пуржатся. Стаки очень много стоят. Я по 7 стаков себе забираю, я на магии. Это... Да и косты сбивайте только под конец, а не сразу. Это еще двух баб, которых оставили, не оставляйте. Убивайте баб, потому что они дают сало хилам на 8 секунд. Я знаю, я знаю. А если просто босса подводить под врата, это плюс 3 ляма будет? Да, хорошо. Если подаван, подводи босса. Хорошо. Рыбу ставлю. Кать, поставишь почту? Кушаем рыбу. Сейчас убьем. Тут я так понимаю. Поставила рядом с джипсом. Лучше до третьих големов убить, чем так вот пытаться допиздить его. Брат, а надо было вам свитчиться, убивать их. Извини, я просто молчал, чтобы не мешать. Вы до берсы там парень какой-то написал, времени было еще 3 килограмма. Да я на берсу не смотрю, согласен. У нас дело в том, что прожимки мы все отдали просто. Вы бы убили големов спокойно. Ну, я просто, что да, я не буду играть, мешать. Надо было бить. Подаван отдавал же незыбку, да, на вулкан? На всех, на всех, на всех. А Степанида отдавал этот 20. Так, давайте первые големы подаван, вторые джанки. Не-не-не, я на всех подаван могу отдать, я на всех отдавал. Там 2 минуты. У него кдшится быстро. Ладно, все, давайте не будем спорить, пробафуйтесь, кушайте и поехали. Одну минуту можно АФК, прям минуту? Да. Даже быстрее. Давай, давай, быстрее, напишешь, как пишешь. Бля, бафы купить забыл. Это, надо будет мне минут через 30 где-то выйти встретить, там, помочь. Надолго? Минут на 5. Хорошо. Мне надо будет покушать через 5 минут. Ребят, ну что началось? Я рофлю, да? Знаю, конечно. Ну, а гильдия Gang of Riders через 6 часов идти на РТ, так что, в принципе, подождем. Кто там отходил? Что там было на минуту? Просто. Руки уже закрыл кто-то или нет? Кто-то закрыл. Да, вчера закрыли уже. Что там, кто-то вкачивает? Да, Давида ждем. Я все. Тут маг. Да, я тут. Даю отчет и запуливаю по отчету, так что пейте припоты. 5, 4, 3, 2, 1. Да, крестовские бафы потерпим тогда с ними. Не будем все сдавать.
скрали в портал. Бугага прохильте. Сейчас огонь полетит. Рога, ну как ты отвалился? Да меня шотнуло нахуй. Катя, а у тебя откуда же дашь бой? Угу. Играли в телки. Да, портал очень долго бил, очень. Если видите, кто-то стаки говорит, потому что я не успеваю за всеми следить. С третьего он заливаем. Вторую поехали. Пламя Раскума. Скоро будет прохильте Ракмаков, а скоро будет вулкан. Стаки, стаки, стаки. И сразу в вулкан, вулкан. Геру давай. Те. Давайте, сейчас ничего не скидываем по гимну. Сейчас только прохиливать. Джанки на тебя огонь, отбеги. Заливаем големов. Защитные, прожимайте свои способности. Очень много людей умирает, очень. Потому что сами ничего не тыкаете, я вижу. Мало кто что тыкает. Катя, дашь Китрону БР? Угу. Все, еще полтора минуты. Огонь Ханда на тебя. Сова, не стоим на месте. Катя, ВР. Да-да-да. Кричи на хп. Ага, хорошо вижу. Скоро будет портал. Да, а, вот уже вылез. Сорян. Поехали в портал. Быстрее, быстрее поднажимайте. Огонь, Деус, на тебя. Телок заливаю. Небольшой оранж держите, мрак, пожалуйста. Верните босса, пожалуйста, в центр. Прохильте там на кон добав, на топ мага. Вторую телку поехали. Он занят, я огонь. Скоро извержение, готовимся. Да и гимна мало пока. Вулкан, поехали все. Все прожимочки отдали. Листы, готовьтесь. Нажми Void Gim на хил. Мрось, отдай гим на хил. Бугага прохилить. Деуса прохилить. У нас БР откатился. Вижу, дай, сова, дай БР в ясен пал. И оба кот, БР. Катилась, дай Бугага БР. Скоро кого? Бугага. Прохильте мага. Маг. Пламя Ханда на тебе, сова, пламя. Паладины ДК, после того, как големы прокастовали, они там начинают бегать. Таунтить и тяните их под босса. Чё не бегут в РДД? Я попадал, портал. Все в портал. Прохильте, Катя, прохильте Асокутана. Прохиливайтесь, прохиливайтесь. Сильно просаживайся. Чё там, стаки, что ли, на боссе? Нет, тёлок, поехали. Локал, у тебя огонь. Если гимны есть, дайте на моно. Шепарда прохильте. Вторую телку добиваем, и босса. Еще один вулкан забьем, ну нормально. Если мана не хватает, хилы, говорите, вам это дадут. Кона убегает, например. Индер только один в КД вижу, Рейда. Бля, прохиливаем. Огонь, огонь, отведи немножко Хэнда на тебе. Прохити Хэнда. Отведи немножко босса от огня.
Поехали, вулкан. Вулканцы, поехали. Гимны сдайте на хил, у кого остались. Под ван упал. Джанки, держи босса. Ты чё босса не отвел сразу, да? Там затупил ДДшник. Я его, я отошел, я стоял на звезде, он не шел ко мне. Ну, умираем же. Ушок оставал, наверное, стоял. Умирайте, заходите в бой. У хилов меньше половины маны, иннер только у ордровка, да. Ну, хилы молчат. Иннера не получили. Есть фреймы хилов, можно выбрать хила запомнить. Можно вытащить фреймы и смотреть, сколько маны хилов. А зачем, если они могут сказать, дайте мне иннер? Ты представляешь, сколько у меня поток информации какой? Мне еще за... Не, это не тебе же обязательно все это обносить. Они могут и сами посмотреть. А я что, они сами могут сказать. Кушаем рогу и поехали. Рога, хватит умирать, ты каждый трой умираешь. Что не так? Долго не так, еще огурцы поставить. Да, ставьте огурцы. Так меня шотает, блядь, я ничего не могу с этим сделать. Парни. Ну, бывает, видимо, тебя цели выбирают постоянно со стаками. Локал поставишь этот огурцы? Иннера Марка мод давать. Иннера? Хилы будут говорить свои ники и просить, чтобы вам дали иннер. Можно сразу два скидывать. Жень, я могу поставить по хилам говорить, у меня же не в одной пати. А не легче по хилам сделать макрос, чтобы в рейд писали иннер? Одну эту кнопочку раз, нажал и все. Я скажу, если у хила будет маны прям мало. Все, бафы раскидываем. Позиция топа, посмотрите, все у вас есть. Инту маговскую можно? Туда. Все готово. Давайте даю счет на пул и поехали. Набухивайтесь, панды, не забывайте. Вот я это забыл с вами набухаться. Дашь, пожалуйста, 10-секундный отчет? Не, только такой. 5, 4, 3, 2, 1. На врата сыграли. Босса подводи к ним. Быстрее, 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 врата. Подавана похитить. Огонь на сове. Тёлку сыграем. Джанки похитить. Пламя Раскумар. Скоро будет вулкан, пытаемся. Рока Макафо прохилить. Поехали, вулканцы. Геро. Сами прохилить, прожимайте все на защиту, что есть. Быстрее. Все, поехали, возьмем интернал. Хорошо, идем. БГГ похильте, но не приоритет. Хильте БГГ. Еще лопнет. Катя, Бер, тебя еще вижу 2 минуты. Я поняла. Дамажим вас. Очень быстро убили, хорошо. Гимны на хилу каких-то есть представь? У меня когда? Я синпал на тебе огонь. Можешь бабл нажимать? Он сбросится. Понял, гимнов нет. Ну ладно, ничего страшного. Скоро портал будет. Прохильте топ-маг. Портал сыграли? Все в портал.
Пчелку убиваем. Че, одна что ли вылет? Охуеть. Вот все. Делся, похитил. Стаки. Стаки, да. Делся, делся, отлично. Давайте, хорошо идем. Огонь, Рок. Скоро будет вулкан, готовимся. Все прожимочки, все под вулкан скидываем. Вулкан, поехали. Все вулкан едем. Дым сейчас дам через 2 секунды, поэтому держитесь. Прожимайте все на защиту, что есть. Скинул дым. Войд скингин. Должен был отклешиться уже. Все на защиту отдаем, что есть, не забываем. Сколько давай тебе будем. Добиваем, 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 горя. Еще один бег от ДК притяните. Мага или воина понять? Когда откатится? Мага, мага подыми. Угу, еще 20 секунд. Огонь, рога. Сразу кто-нибудь закиньте и на помогу. Поехали. Деуса прохиливайте. Сейчас дам. Инер, помогу. Сейчас дам гим. Дал гим на мана. Быстрее портал заливаем и телок тоже. Кона, на тебя огонь, убегай скорее. Осторожно с огнем там босса держи. Прохильте солнце, ДКшника. Быстрее в телок играем. Еще одни големов побьем, очень страшно. У нас сейчас от КД 6 гимна, хилов нажму. Телок, 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 добейте. Силанс на тебе. Сил Санса. Прохильте. Ракомакафо. Готовимся к порталу. Все-таки зальем. Поехали, вулкан. Все вулканы играют. Все прожимки отдали защиту. Стаки поворуйте, поворуйте, повернитесь. Прожмите гимны, у кого есть персты. Все, стаки забрали. Добиваем вулкан. Конно на тебя прохильте. Беги, малышка, беги! Добейте големов. Они там бегают. Пока не кастрюли. Инер по Анзаю дайте. Коты скинь. Это шаман. У кого кота? Все, давайте. У добей. Кота. Все, Джаракса добиваем. Все, увидел. В этот раз как-то побольше урон наносили, лучше вышло. Огонь степанили на тебя. Чё, тринка? Пынька. Хрен там плавало, не утешение. Тьфу на него. Кожевку рольте, у кого есть кожевка? Да, и вообще шмот говно. Ни одной ткани нормальной. О, ну зато запа есть. Вот это мне нравится. Ага, вижу, есть тетков. Какой-то хантер плачет сейчас. Да. А, роль тебе, какого кузнечка есть? Так, где-то. Все, вижу, есть. А, солнце. Угу. Опять, пожалуйста, на кнопочку. Да. Угу. Сферу пролить все.
Трофей пароль? Я отойду на минутку. Угу. Ну, сейчас будет ебля. Если этого босса вообще пройдем, будет хорошо. Кожаные запы, рольте, ардру и совы. Ну, хоть что-то. Арбалет там, руги, вары, рольте. Я же забыл фласки посмотреть. А что, чемпионы тут такие же, как в обычке? Ну, поебануть и агро вообще не видят танков, ебать. И их много. И хп очень много. Просто долго. Поболее, да? Где-то, честно говоря, минут 15 бьются при хорошем раскладе. Жень, не туда, сори. Че, не туда, да? Да я тебе в ПМ случайно написала. Шама, пароль, Шама, приоритет. Нам за это нужно, да. Так, ну все, вызываю. Теперь мне интересно, что ты хотела написать кому-то. Да, можете пока там пописать, чай налить, кого подаю, пока метки расставляю. Сейчас потравим раз, пять и разойдемся. Они нормально убиваются, если их контролить легко. Ебать, их вывалилось. Так, что там выпало? В принципе, почти все всегда падают, там без одного. Так, ворок. Ясен, спекайся в танка. Ой, Ликан. Пробуем подержать. Будет идеально, если подержим. Услышал, Лика? У Вара там же танк есть. Здесь троих достаточно. Тем более хорошо дамажишь. Ну, 6200 это ебать, заливать прям долго, пиздец. Сколько там у Джаракса было всего хп, я не помню. Нифига друид жирный. Там больше 30 миллионов у Джаракса. Ну да. Плюс 46,4. 46 миллионов у Джарахова было. Джарахова. Так, слушаю. А 4 вот такой жирный. Он тут? Да, он тут. Да, я подошел. Тебе нужно будет ДКшника забрать и увести его под щиты Альянса. Давайте я вам метки поставлю, чтобы вы понимали. Степанида, ты помнишь, как хилить танков? Не умрешь? Смотри, нужно будет стараться поддерживать танков тебе. Твоя задача. Они бьют здесь больно, поэтому танки прожимают. Сликан, ты... А, все, спекнулся, вижу. Вот, подаван забираешь, туда отводишь. Здесь очень важно отвести. Если не получится, это пиздец будет плохо. Ликан, ты забираешь паладина, тебе нужно отвести пала. И джанки, ты забираешь воина. Очень сложно тебе будет его увести, но постарайся. Нужно будет увести воина. Не уведешь, ничего страшного. А, заебись. Играем в ханта, потом в рогу. Потом в лока, потом в мага. С
Слышишь меня, Дженки? Тебе нужно будет забрать вара и отвезти к синей метке. Очень сложно будет, но старайся. Притягивай, перегрелка. Ну, агро здесь не работает, не должно, по крайней мере. Все, что угодно делаешь, но стараешься увести вара. Вот. По контролям. Сова, по контроль рогу. Мы его не бьем, тебе нужно будет его держать в корнях и в смерч. Это твой моб, ты можешь не бить, если тебе сложно и бить, и контролить. Главное, чтобы ты удержал. Вот. Возьми себе раскумар в цель вара, если его ДКшник не сможет увести, помоги ему поконтролить. Хорошо? Отлично. Дальше что у нас? Локал, ты на дереве, как обычно. Слышал? Да, да, да. Можно даже и не говорить, и так знаешь. Анзай, тебе нужно будет жрецу кидать жабку и сбивать косты. Кинь плюсик, ага, вижу. Зи, Лем, тебе нужно будет шаману кидать жабку и сбивать косты. То есть ты его запоминаешь себе, кидаешь ему жабку, потом когда жабка у тебя в КД, а он что-то кастует, еще ему в каст сбиваешь. Но дамажишь в основную цель в это время. Вот. Мага. Мага у нас законтролит Эвандарт. Тебе нужно будет законтролить мага. И если вы видите, что ваша цель находится где-то в очке, там рядом с танками что-то делает, смотрит там, вы не бежите ее контролить через все поле. Если вы побежите, все на вас сагрится. Если где-то в жопе, вы забиваете на него, просто дамажите. Если он подошел, вы начинаете его контролить. Что там осталось? Да вроде все, ничего не осталось. Присты, вам нужно будет постоянно заходить, давать фиры. Кто-то рядом с вами бегает, даете фир. Кто-то рядом с вами не бегает, забегаете в кучу, даете фир. Локи также. Деус, видишь что-то, фиряй. Я тебе никого не говорил контролить, все равно скидываешь свои контроли. У любого, кого видишь, хуже не будет. Шаманы, вам нужно ставить тотем замедления и тотем, который впитывает заклинание. Блять, хантов нет, хуево. Если а сюда прибегают. Что? Можно, можно вопрос? Извините, да. Этот, ты Кантару добавил. Кто там, шаман Кантара контролит, да? Да. Правильно? Добавь одного из рог, и он ни разу не кастанет. Ну, и рога не задамажит. Так, и похуй, что он там не даст. Че, я могу посидеть, и так хуёво. У нас Ирина сборник и так не дамажит. Ну, самого да, я посижу. Потому что он так не кастанет, там одна хилка и бить как хилит. Ну у него просто вспоминалок много, там и так особо не наспеваешься. Окей, но он кастует вот эту хуйту, блядь, для цепную. Кастует и... И все. Короче, у него две кастующихся. Фир, что какую-то хуйню он делает. Фир моментальный. Да, не, ну короче, обычно рога ДК садится на него, и тело нихуя не делает. Рога станет, ДК станет, ну, сам дохуя. Кто там говорил, что я сяду? Да, я посижу рогу дедбой. Один рога пусть намажет яд на минус от хил, потому что... Герл, мы должны убить ханта, 100%. Это прям очень важно. Его пэт будет бегать, нас съедать. Даже если мы его будем контролить, это все будет хуйня. На них распыляется много ДПС, если они живые. Поэтому вливаем за Геру ханта. Потом рогу больше не контролит, то сидит, потому что рога ебанутый, за спину прямо с корней может прыгать. Его сложно утащить. И дальше по целям уже бьем по оставшимся. Этот как его? Извини еще раз. Роги, не забудьте, один из рог определитесь, кто бьет череп, яд на минус от хил. Я уже намазал. Я молчу. Красавчики. Так, ну смотрите бафы, все у всех есть. Парни, 25 минут ребут, я думаю, надо троить. Да, да, я что, проверяешь. Это, слышишь, подожди, Жень, вы еще АОЕ не бейте, потому что вы позбиваете все эти контроли. Игра точечно по цели. Вот именно, никаких моров, никаких... И косты там, кикайте, по возможности, все чайников. Кикайте. Да, шипы не кидайте, смерть, ничего. То есть вам это даст там, блядь, 500 урона, вы собьете кому-то контроль, и мы все умрем. Не нужно... Да нет, да. Извините, я спек поменяю. Я в любом случае бродячкой объебашу кого-то. Да не, я не против, когда кто-то дает полезный совет. Да не, при чем тут рейлов? Просто кто-то, ну, что-то упустил, если человек ему подсказали просто, и все, при чем тут рейл? Все, давайте, спекайте,
Анхулику тоже надо. Если цель с бродячкой подбежит кому-то, она выбьет из... прокнет бродячкой и выбьет нахуй из этого. ДКшники по притяжкам. Сейчас начнется бой. Первый притягивает коны, потом Соланс, потом... Блять, как прочитать, сука, правильно? Койл, три дотки. Можно я третьим буду притягивать? У меня меткости мало. Ну, не притянешь, другой подбежит, притянет. Ничего страшного. Никто не умрет. И по КД отбегаете, притягиваете. Никто, еще раз говорю, никто не выбегает из дощечек. Если убежала цель, мы за ней не бежим ее бить. Мы, если побежим, все мобы снимут со станков. И это будет большая проблема. Лучше мы не будем бить, подождем притяжек, но никуда не побежим. Все стоят на дощечках, максимум вот сюда к концу звезды подходим. Это максимум, какой возможен. Все, давайте тогда подходим с правой стороны. А давайте я поставлю метку, где мы стоим примерно, чтобы с нее никто не выбегал. Сюда все притягивается. Я попросил третий тянуть, или вторым тянуть тогда? Еще раз говорю, первый тянет коны, потом Соланс, потом кол три дотки. Вот. Все, даю время на отчет. Танки пулят, потом бежит ДК, притягивает. Где, блядь, я бы на отчет, сука. 5, 4, 3, 2, 2, все стоят тут и ждут. Если на вас кто-то сел, вы бегаете, не ждете. Вторая притяжка. Третья под самое, да, хорошо. Отлично, Геру дали. Давай, у нас рост маг, он не хуйня. Нажали приход, все нажали. Танки держитесь, да, на вас там ебать толпа сидит, хотите. Ревандарт, БРК дашь? Угу. Ставим, танки держите, сами себя прохилите, если есть. Блядь, Макс, блядь, ой, да, поднимите. Просто контролит, блядь, ой, просто кастит. Тихо-тихо, Раскумар, дай БР, Войда. Поехали, следующего в мага поехали. Не давайте кастовать РТДшникам. Все, убиваем его. Ясен, на три там прохили себе, пей фласочку, все, что есть в мага. Смотрите, я умер Ликан, у вас два осталось там, если что, держите все, что есть. Поконтрольте звезду, кто стоит тут рядом. Подаван тебя разваливает, смотри внимательно. Прожимайся, отхиливайся. Давайте потеем. Добиваем, добиваем. Потом играем в звездочку. Он рядом с нами стоит. Чьи цели контроли вы, которые их если убили, контролите любого другого человека. Не дерево забанили. Не спаем. Поехали, звездочку. Звездочку. Да, умер второй там. Готовимся. Сейчас тогда давайте. ДКшника поконтролит. Кать, ты поконтролишь. Найди ДКшника, если он прибежит. Угу, сейчас поищу. Да, три держит. Присты, присты. Не бьем массовыми. Еще раз говорю, вижу, как летает. Нашла ДК. Если прибежит, за контроль. Раскумар, кинь нидер Войду. Держись, Джанки, там твой хил должен быть, одну цель должен прохилить. Спасибо. Притяните, если есть, к самой стенке. Ну, костер, да, отлично. Все, красавчики, давайте. Пинаем ногами. Массы не льем, еще раз говорю. Джанки, держись. Умер Джанки, сейчас прибегут милики, готовимся. Поконтрольте их сразу. Сейчас крест притянем и крест будем заливать. Шокула, кому я говорил? Промах. Креста притяните к нам. Убьем крест. БР оставшийся скиньте магу. Ревандарту. У нас один БР остался у кого-то. Как эти милишников все бегать оттуда? Сейчас будем миликов заливать. Делс, у тебя играют. Бегай, если кто-то рядом. Да, завалил. Блять, Бэр, кто? Сова, дай. Любого человека, кого видишь уже. Панавана подняли. Панаван, старайся оттянуть любого милика. Кого бьют, просто отбегайте и все. Да, это не проблема вообще. Масс фюры не забываем приста скидывать. А, диспел есть какой-то? Забаньте дерево, там все хилы кастуют. Рогу оттяните. Что-то да. На ману гимн не бани. Да, все, крок нормально стоит. Гимн на ману даю.
Рога в меня, сука, еще побежит. Могу им до костра. Есть диспел стан? Ну хорошо. Корабль за мной бегает. Добиваем, потом в паладина играем. Добивайте. Сейчас уже легче. Да, массферы не забываем. Приступим, бегаем, даем массферы. Бегайте от пала, за кем он бегает. Давайте в пала притяните череп, сыграйте в череп. Диспел, диспел. Массферы, массферы не забываем. Сова, инер войду. Кого пал начинает бить, вы просто отбегаете. Не ждете, когда он наваляет. Массфер сейчас скину. Шаману, косты кикайте, парни. Стоит на фул прокаст, блядь, три прокаста дает, опять дает. Мага какого-то стал. И все, позжите нахуй с ним. По шаману контролят, жаба спала. Любой человек скиньте в шамана, что маги поумирали. Шаманы какие-нибудь скиньте, если ваши цели били. Присты, хорош, смерч, хорош. Атмосферы, присты скиньте. Еще смерч продли по шаману. И сейчас каст ему кикните. Хорош. Давай, раскомарку войду. Давайте, давайте, добиваем. Уже можно в стенку не уводить, уже можно бить там, где есть локал. Шамана кикайте, кикайте шамана. Хорош. Масферы, масферы скидываю. Прям в кучу все стоят, отлично залетели. Шепард, Шепард, тебя играю, побегай. Тебя ДКшник играет. Добиваем. Но мне паралич. Угу. Добиваем быстрее, потом в крест. Есть шоферы, скиньте массу. В крест играем. А, крест в очке. Забили на крест, играем в шокола. Череп поставил. Шаману после жабы дам сало. Все бьем шокола. Масса вы не давайте, там рядом контроль, чуваки стоят. Все уже сейчас намного проще. Главное не умрите от мили, как это бегает. По шаману. Есть сразу все. Ага, теперь я вижу за контролем. Каст кикните шаману, хорош. О, а смерч, фул. Продли опять смерч. Хорош. Еще один коротенький. Отлично. Каст кикните. Далеко от шамана ничего не собью. Шамана есть? Какой-то фир вкинуть? Ставим. Отлично. Добиваем, потом в крест. И уже вообще изи будет. У них урона уже нету практически. Одни хилы остались. Роскумар, закинь по хэпалу инер. Давайте, давайте, нажимайте. Ну у него 3000 маны надо по нашему хэпалу. Степанида. В крест. Пока вижу. Давайте все в крест заливаем, и все, у них это последний ДПС. Теперь тамор можно нажимать? Да, можно. Да. Я уже заебался ждать. Я столько ЛПшек, сука, за месяц. Друидов ни у кого БРа нету? Не-не, в КД все. 3 минуты КД. Да не надо тратить, мы их добили. Лучше на следующем госте оставить. Ебать, с первого раза, вы что творите нахуй? Ну, красавчики просто играют нормально все. Было бы Жаксов так же. Теперь еще роли нормально. Особенно ДЦшник, нахуй, первый раз на ДЦ, блять. Привет, ребята, блядь. Да, на ДЦ же сложно играть, пиздец. Ну да, блядь. А вот мне не понравилось. Лучше-то там надо. Ну да, ну это ж почти как аркан. Шаману, каст, кикайте, ребята. У кого есть возможность, кикайте вот шамана. Или смерч, да, или контроль, или кикайте. 14 минут ребут будет. Да-да-да, подпотели. То сейчас не хилят они, блядь, никогда не убьют. Хорош, шаман в контроле, хорош, хорош. Давайте, давайте. Диспельте, да, с этого. Добиваем и поехали в Антара.
Лантая погнали, все, его больше не контроль тебе. Че это, лол, 3 хила осталось? Да, а что ты хотел? Это как на арену регаешь, короче, и там 3 хули пало. Степани, давай, 2 мы нормада? Да, давай, лишним не будет. А то у меня в КТ не уходит. Есть фир по самому. Сейчас вылезет шапки уже. Тотальное унижение, блядь. Прям как на БГ, да? Да, так бы на БГ. А на БГ сидел, добиваем, потом самого. Смотри, он на меня смотрит. Да, его с это, как он называется? С жезла разлучит. То мы зверей ебаных пройти не можем, то, блядь, чемпиона с пробой. То вообще хрен пойми, как убиваем. Главное убить зверей и ануба. Остальные все, ну, сука, дай бог здоровья. А, не, я бы не сказал, чемпионы это не... Просто нахуй, семье и детям. Не, ну, зачем по главной... Зачем по главной контроль раздавать? Да. Так. Но они, ну, просто походу... не требовательны ни к чему. Ни к урону, ни к хилу, они спокойно это все. А первые на урон рассчитаны, вторые нереально на координацию. Ну, ласт на координацию жесткую. Не, первый рассчитан на то, чтобы просто никто не сдох. И нам повезло в этом плане. Я даже не знаю смысл ласта травить без этого. Да, без... давай попробуем, Жень. Да, нету, нету ни блоксет танка, нету ни хантов. Смысла его травить. Да, да, да. Я тоже как-то думаю, что тут. Нет пока так, такого урона. Чтобы... Давай на будни перенесем. А чё, что ты перенесешь? Ну, и ВК 25, а нуба потравить. Линканите, это кто сколько контролил. Мне интересно, сколько я, блядь, вихрев надавал. Это кто? А можно я пошучу, гильдия меня поймет. Мы просто травим так хорошо, потому что дюши нету. Вы кидайте контроль, пока не линканули, ебать. Пикните дюшу, извините. Все. И как бы все. И будете пиздеть. Не, ну бы переносить нет смысла. Че приходить, время тратить? Народ не соберется сильно. Так может просто добрать необходимо. Надо блоксет танка и два ханта. Но хантов ноль, сад танка нет. Ну просто добрать тех человек. Ты их просто не можешь. Это танка еще можно найти, хантов нет. Что еще? Что там так тихо говорит? Это пачка. Ну вряд ли какой-то танк пойдет в пугарейд с блоксетом. Ну, да. Ну на прошлом КД нам предлагал такой танк, если вы дойдете, я пойду. Тихо, тихо. Бля, вот за ней. А про всякую хуйту, блядь, у меня идет ролл. Еще, честное слово. Я тебе сочувствую, сова. Рольте сферу, рыцаря. Сука, заебался, да? Вот смотри, тоже хороший ролл выкинул, смотри. Ты, конечно, теперь копейки стоит. Я не такой хуйту, она летит, блядь. На шмот, блядь, от 1 до 30, сука. А вот на запы не повезло, я, да, понимаю. Это мне так же на Т4 вчера на кота. Топор, еще раз говорю, топор. Жизнь и боль, блядь. Много урона в топоре, рольте. АДК вырыгнул. Или это танк? Это танк. А чё там, шмот нормально будет падать, нет? Ну мне упал нормальный шмот. Говорят на Сирусе, после 20 числа нормальный шмот не падает. Ебать. Нахуй так жить. Всё, тебя жарко. А Соланс и танк в одной гильдии? Что? Что? Соланс и танк в одной гильдии или нет? Ну, ДК, который выиграл, и ДК, который анхолик второй. Нет, не сразу. Нет. Нет, танк наш. Да не повезло тебе, ДК. Он ДК просто танк, ну нахуй не надо с двумя дырками. Ну, по идее, да. Оно такое же. Ну, третья дырка. Ты что, протопор, что ли, на танк? Да. Ну, типа... Давайте на там самое. Все, тихо. Жень, мы что, 9 минут ждем репута или траем? А мы убьем, мы успеем убить. Да не, это хуйня, пытаться убить. Да давайте перекурим, ну.
Я сейчас буду выходить а, чаще. Убиваем, нахуй. В эту же секунду, как убиваем, блять, и будет минус шмот. Ну давай. Так нам а две там, минуты а там, готовиться. Вон, нам две минуты готовиться, 6 минут убивать. Топ-мага в гиб, берите вон. Челик. Сейчас возьму. Бля, что началось, нахуй. Ебать, когда я ушел. Вы как боссов убиваешь, сразу люди в гильдию хотят. Хуйня какая-то. А что у вас за гильдия, кстати? А хуйня какая-то помойная. А вы в ВК... А, вы в ВК выходите, окей. Да в смысле, ну мы, бля, первый раз убили зверей. А, это у вас освоение такое. Интересно, у вас освоение контента. У нас народ уже отчаялся, не особо на РТ, на ВК-25 ходит. А мы раз сегодня убили, ебать. Сейчас локти будут кусать, в следующий раз все придут. Не подходи, это что-то не... Он сразу и время найдется, и жена отпустит, ебать. Вон Коба сидит, подслушивает. Честно, Кобовская прослушка сидит. Вообще жестко. Внимание отпустила, РЛ. Да, говори. ГП, ГП нахуй, сотку, сразу. А у нас без ЕП, ГП. Значит, минус 300 крулу на 30 рейдов. Согласен. Кстати, Давид, что ты хотел спросить, пока перезапуск будет? Да, блядь, подожди меня, нихуя себе, я ж подгорел, слушай, жену дал. У меня жена с ребенком, я же сказал, с комнаты нахуй, я в чужом рейде, чтобы тишина была. Никого нету. По итогу жена с детьми в комнате, а муж сидит на улице и играет, да? Не-не-не, понял, что там холодно, ебал бы в рот туда, блядь. Такую погоду, залезть бы... Парни, а в игру Магик закрыли уже или нет? Да, закрыли. На этом КД, да. Вчера закрыли. Короче... На этом КД, да, на следующем. Вы получите уйму эмоций. Правда, Максука, блядь, все спалил уже, как делать. Идем, короче, смотрим мы видосик. И рассказываю вчера, ну, все же гонка, я смотрю стрим, как типы бьют, ставлю точно так же метки, все становятся точно так же, и ебало бьют. 3 хила, 2 хила, ебало бьют. Но я начинаю гореть и понимаю, что ну, где-то наебают. Так не должно работать. Урона плюс... У меня девушка, 250 травы ханта зайти. Ты тут? Что, перекурил? Да, да, да. Да. Бревнышко, это тут? Так, а что, а конец не стоит? Бревнышко тут? Парни, короче, после ребута ж будем, правильно? Можно пока отойти? Да, да, да. Да, 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 ребута, перерыв. Короче, Давид, бревнышко. Можем просто перенестись, просто ну, если хочешь. Перекинь меня, да. Да там это Волф пугарает, просто зайди и все. Да я охуеешь, что пробыла. Давай, я послушаю. Было, он что-то же доброе, да? В конце будет что было дальше. Да, да, да. Разгадали загадку и убили на изи, только разгадывали. Значит, епу я лича, короче. Тут Сильвана прибегает, блядь, а мне похуй, блядь. Ну, завтра будем травить кару. Посмотрим, как у нас получится. Ну надо, да, короче, Коба? Быстро руки, типок, чтоб, короче, просто стоял и смотрел, где эта сферка будет летать, которая будет, блядь, эту хуйню прокать, она всех бьет. Да, там они на видосах стоят, лечат все бандой, а здесь просто у нас паладин стоял, второй танк просто диспелил, до кого налетело, он диспелил, и все. Мы, короче, вообще там убили, даже не напрягались. Это ты про что? Про коня в гере. А, да конь, ну, блин, такое, типа. А сейчас... какая сфера, блин, на коне? Вы завтра пойдете, вы посмотрите. Но и там же забор, минус сфера. Рейд. Бежит в забор, минус рейд. Бежит в забор, минус рейд. Это, блядь, как так? В смысле, он выйдется, а не минус? Не выйдется. Он не выйдется, потом он выбегает. Он вообще за забор, он просто врезается в забор, вылетает за забор. И почему? Потом выходит снова. Типа, нет, его не надо не... Ну, типа того, да. Мой, пацаны, посмотрите. Я вам говорю, мы там кучу времени. А сколько вы боссов-то в КРХМ убили в итоге? Одного и Мороза там чуть ли не убили. Но там танки приебали с этим, с Агрой. Там они должны перерягивать, там поймали. И один это... проебал. Это в 240 плюс шмоте одного босса убиваете? Ну, мы просто как бы никто в Кару Геры как бы особо не тащил с нас там. Там парочку было, и то бог знает, когда ходили. Да, это нормально, если вы никогда в Кару Гир до этого не ходили, не играли на Сирусе. То оно понятно, что так и будет.
Ну, то, что до смотрителя, то все изи. Да, и смотритель сам по себе, я пострелил по тактике, он не такой, что и сложный. Нет, я имею в виду, да, со смотрителем тоже. Потом ран копыта, это пизда. Не знаю, пацаны. Времени будет куча. Копыта вообще надо по-любому убить. Вчера вообще какая-то гильдия закрыла там, блядь. Не знаю, там именно закрыла. Сидят по 4 руки, блядь. 8 из 11 они, по-моему, закрыли. Они закрыли фул, они первые на сервере. Фул какая-то гильдия закрыла. А вторая, ну, там, которая уже лидировала, прикурила где-то там на каком-то драконе, ебать. Ну, я смотрел, у них не была убита опера. Кто еще не был убит? Ну, Гомель закрыл фул Кару полностью. А, то есть они и Найтбейна потом убили, и оперу. Полностью всех. Понятно. Чтобы убить Молчезара, надо убить всех, кроме погибели. Ну, погибель просто ты надо через 2 недели только сможешь погибель убить. Вы так говорите, погибель они еще не добавили, что ли? Они не добавили погибель еще? Нет, смотри, ты там должен убить сначала Молчезара, квест на Молча, потом квест на Гнева, а потом только погибель. А, типа, то есть Найтбейн, он вызываемый через квесты, которые выполняются? Да. А, потому что я что-то думал, что он просто стоит там. Не, его нет. А что там за кусты? Просто убить Молча, потом убить Гнева, и потом погибель. А, но типа гнев убивается после Молча? Да. А потом да, только дадут тебе доступ до Грул Магигер. Тяжело, они, конечно, придумали тяжело. Ну, на всех серверах их было. А ничего, понятно, что на всех мастерах все равно главная мысль. Месяц и все уберут. Ну, мы вчера пошли, убили, да, все, и смотрители убили. Сегодня пойдем убивать раны и копыт. Понятно, что они вовремя работают нормально. На конте своем мы закрыли всех, кроме Молча. Бля, ну если оперу закрывать, то хуй знает, как Молча не убивать. Ну, оперу мы закрыли с первого драйва. Опера в гире там также типа 3 этих на выбор дается. Нет, там ведьмы всегда, но они уебанские шлюхи. Там просто ФПС в ноль падает, нахуй. Пацаны, сейчас пойду удалю нас в топ. Что такое? Я вчера конь разбирала, а вы сейчас вообще меня лучше. Все понятно. Да, ебать. Что там за боссы так? Там терминаторы? Сейчас выбор отсюда упадет, я охуею, конечно. Это будет прикольно. Ликан, в топ-5 зайдешь, Ликан, по ДПС? Ну, в Вальке так-то в АОЕ стоят, так что Ликан, ты должен войти в топ. Да, Рэл тут? Да, тут. Рэл в Дискорде или нет? Нет, не тут. Да тут, я тут, я же сказал 2 раза. А, или что, или мы Ликана будем в танка спекать, чтобы сферы ловили? Да, Ликана в танк тоже спекать. Соушки. Что? Без соушки вот, убьете, Валик? Ну, что, Коба, пойдешь за место совы? Это твой шанс, ебать. Так Коба вышел. А что он вышел? Не знаю. Ну, я просто спрошу. Напиши в чате. Тебе уходить надо? Отойти. Но... Ладно, я пока отошел. А так бы еще вам бы помог бы, конечно, Анубу закрыть, но сам понимаешь. Если Анубу вы не убьете. РДУ тут, а нет? Не тут. Какая? Ой, какой РДУ? Бревнышко тут. Он один, Катя. Девушка говорила. Говори, я передам. Пусть это мне напишет, когда вы будете Анубу херачить.
мы не будем бить Ануба? Будем. Там смысл на него время тратить просто. Если кто-то прям очень хочет, то мы можем попробовать. Вайпнемся разочек и разойдемся. Есть этот паладин хоть какой-то, и, ну, не знаю, но желательно паладин. Да нету у него капа. Если не сможет, если не сможет, если что, наверное, Ануба к вам с ханта могу зайти. 250. 4 ханта и один авоид вар, понимаете? Желательно вар. Я дал вар. Проблема в том, что 0 хантов и 0 вар. Я не сыграл с расчетом, что мы будем бить Ануба. Я даже на него не рассчитывал, пацаны. Да. Там даже можешь пару этих взять, РДДшника по 8К, я 16 дам на ханте. Ну, там дело не в ДПСе. Ебать, ты что, с трех луков стреляешь? Угу. Прикольно, тебя еще и копьем, наверное, подкидываешь, да? Двумя копьями. Охуею, как попало. Он, знаешь... зверей, ебать, какой он нуб, нахуй. Да вон, мы с первого трая почти всех убили. Да, я хотел для мучку зверя зверить. Да, удачки. Давай. Пауки нас заняли. Там еще 4 паука выходит, да? 4 паука. Да не, это вилы будут. Угу. Они кончат сразу всех нахуй. Не, у нас чел собирает вара, но мы просто еще не успели. Только на прошлой неделе начали этим заниматься. Я там вообще слышал эти топы там, у них там паладин ебать, они там 5 лет готовились, чтобы такое провернуть на каком, ну, там, блядь, такие пауков держат, я не знаю, это реально или нет. У нас не такая гильдия, у нас гильдия обычная. Да, гильдия. Это реально, потому что там полностью блокируется физически. Да, там вообще урона 0 получаешь. Так что получается, это он может, блядь, больше 10 держать? В смысле, бесконечное число может держать, любое число, сколько бы их ни было. А если хоть один попадет? Он не попадет, это специальные не попадет. Танки, что по ним либо промахивается, либо парирует, либо в блок улетает. А блок собран такой величины, чтобы... Бля, ну я хотел бы на этот случай посмотреть один раз. Ну смотри, смотри, я тебе расскажу прикол, то что дальше, вот в кару Герд такого танка уже, ну типа, не Unreal брать, потому что его просто сложат на первом боссе. Ну, у него ХП очень мало. Это просто танк, там гемы только на парирование, уклонение блокщитом. Все. Да, да, я знаю, да. Это тоже я слышал. Отдельный набор шмота для этого танка. Там даже капа защиты там... может быть и не собрано. Так это получается, вар тоже, да, так может провернуть такую схему? Вар паладин. Вар паладин. Вар паладин. Все, я понял. Вроде больше, поэтому попроще. Ну, попробуем сделать.